Привет. Вот, решил я разобрать такой вот проектор. Да, я болтики уже открутил. Да, и что хочу показать? Показать, что там внутри хочу. Просто я вот как разобрал, мне просто, ну, прям капец понравился, как он сделанный. Он очень маленький, просто очень крохотный. Это самое, стоит порядка 2000. Это самое, он работает от зарядника телефонного. HDMI здесь, конечно, нету, есть вот тюльпаны. И флешку можно вставить. Вот, как-то так. Да, здесь питание подается. Сейчас покажу всю систему. Просто такого, конечно, еще не видел. Ну вот так оно выглядит. Да, здесь он как ни странно, он матричный. Телефон. Вот сама плата. И вот плата. Точнее, оптическая система сама. Которая. Вот оптическая система меня, конечно, прям вот удивила. Прям вот действительно интересно сделано. То, что очень сильно выпуклые линзы. Это самое, точнее, их даже две. Это самое, одна на светодиоде, другая для того, чтобы на дисплее рассеивать, точнее, на матрицу. А другая обычная френели. Как ни странно, двойной объектив даже. Ну, это зеркало, это вроде как все стандартно. И чего хочу показать? Я хочу показать здесь светодиод, естественно. Мне вот прям очень было интересно, что здесь за светодиод стоит. Дело в том, что он работает от блока питания, от телефонного. И, кстати, изображение очень хорошее. Прям зачем? За такие деньги, за такую систему, мне прям просто вот изображение просто понравилось это. Потому что очень, хоть, конечно, оно не настолько здоровое, но оно качественное. Как ни странно, оно качественное, само изображение. Вот, кстати, сам диодик стоит. Ну, телефон. Блин, вот телефоны пошли. Честно говорю. Вот здесь стоят кристаллики. Кстати, кристаллики довольно-таки большие. Как, не знаю, конечно, как они там подключены. Но вот то, что работают от телефонного блока питания, меня это, конечно, поражает самое. То, что здесь довольно-таки приличная мощность собрана в этом диоде. Хоть он, конечно, такой крохотный. Сам радиатор тоже, вентилятор. Вентилятор хоть и маленький, но он, кстати, очень производительный. Вот в плане производительности, точнее, это больше на турбину похож, конечно. Да, это и есть турбина. Но он производительный, этот вентилятор. Вот сама, конечно, оптическая система. Линзы, конечно, все из ПМА пластика. Но просто вот понравилась сама система эта. Потому что все компактно, качественно. Блин, и работает еще к тому же. Очень хочется сказать. Конечно, как же без этого? Диод мы сейчас включим. Ну просто я не могу терпеться посмотреть, как он самый работает. Ну, без этого всего, скажем так. Сейчас я нагребу блок питания. От этого. От телефона Mach 1, да. Вот он. Блок питания. Снимаю, кстати, тоже на Mach 1. Так, и что еще? Где-то тройник, блин, здесь понялся. Сейчас тройник нагребу. Кстати, тройник. Подрубаем. Честно говорю, вот прям вот понравилось это. То, что маленький, компактный и хорошо показывает. И к тому же это самое довольно-таки все сделано интересно. Так, врубаем. Конечно, там должна кнопочка замигать. И сейчас посмотрим, как светодиод работает.
Да, светодиод очень яркий. Даже, честно говоря, не передать словами, но реально яркий. Реально комната прямо освещает. Как вот примерно тех проекторов, которые я разбирал. Ну, может, чуть-чуть послабже только. Ну, вот сам эффект, он есть. Сам эффект, вот, чтобы в глаза ты им надавил, он есть. Действительно яркий. Что хочу сказать. Так что, короче, честно скажу, проектор супер. Хоть, конечно, и дешевый. Так, ну, дальше, конечно, я отрывок видео вставлю. Ну, смотрите, в общем. Ну вот, хотел, конечно, видеоролик вставить. Это самое, как он показывает, чтобы показать. Но решил я сделать по-другому. Решил я показать, конечно, что я действительно хочу делать и для чего я его покупал. Да, конечно, это в первую очередь, конечно, из минусов. Пульта, конечно, к нему не пришло. Пришел всего лишь вот такой шнур и вот такие вот входа в комплекте были. Всего лишь. Коробочка, вот, естественно. Да, такая коробочка. Красивые. Ну, пульта здесь, конечно, нифига нету. Коробочки. Так. Ну, и что я? Сейчас я покажу, конечно, как он показывает. Брал его, конечно, в первую очередь для того, чтобы можно было смотреть телевизор. На случай апокалипсиса, там, повербанка. Чтобы можно было запитать это самое от любых зарядников, в том числе телефонных. Да, он действительно все вот это вот, короче, от всего этого он будет работать. Это 100%. Сейчас я это видео покажу. Ну, естественно, конечно, можно смотреть где угодно. Вот здесь 5 вольт включение. Открываем. Вставляем в пауэрбанк. Ставили. Так. Действительно, не без этого. У меня здесь приставка еще есть. Вот такая. World Vision. Это сам. Ну и к ней уже я сделал такой вот шнур. Потом как приставка. Конечно, питается она 5 вольт. Ну и здесь тоже примерно столько, вроде бы как. Примерно тоже здесь 5 вольт. Ну, короче, обогрев куртки работает от него. Короче, сделал я вот такой вот вход USB. Залил ультрафиолетовым клеем. Купленным тоже на наши маленькие. 60 рублей тюбик. Держит хорошо, как влитой. И вот тоже повербанку подрубаем. Вот получается такая система. То есть, так, штатив понял. То есть проектор подключен к пауэрбанку. Подключаем также вот эту вот приставку к этому же пауэрбанку. Ну, фокусируйся, телефон. Так вот оно у меня подрубается. Здесь, конечно, уже тюльпаносы выходят. Ну, мы ее пока отложим в сторону. И подключим тюльпаны. Так, а стоп, сначала надо его подрубить. Вот здесь аудио-видео. Динамик здесь один. Ну, здесь вход под флешку, здесь USB. Так, подрубил. Ставим. Видео к видео. Не знаю, почему, конечно, два аудио здесь. Хоть здесь и один динамик. Но, тем не менее, подключаю так. Вот, приставка загорелась. Включаем проектор. Так как пульта нет, конечно, повесить его уже никуда не получится. Сам он, кстати, не включается, чтобы припадать сигнал, допустим. Как вот некоторые телевизоры.
Ну и картину, конечно, при свете видно хреновато на больших расстояниях. У меня есть примерно, ну, 2,5 точно метра от стола есть. Но тем не менее, если выключить свет, сейчас я выключу, этого, как ни странно, хватает. Вот. Сразу выключаешь свет, картинка становится мега видимой. Включаешь, ни хрена не видно, естественно. Но если только, наверное, поближе поднести. Хотя все равно, при свете... Нет, у меня здесь просто свет очень яркий. Прям вот, честно говорю, очень яркий свет. За мной несколько прожекторов висит по 700 ватт каждый. И вот его меню. Нажимаем. Ну, короче, это меню со флешки, настройки. Там, ну, файл смотреть, естественно, с каких-то, ну, с разных накопителей. Ну, флешка имеется в виду. И аудио-видео. И вот здесь сразу, как я включил приставку, приставка включается автоматически. И здесь идет наш любимый всеми первый канал. Какого-то чувака показывают. Да, какие-то машины. Короче, в общем, слушай шляпу. Это самое. Переключаем дальше. Матч ТВ. Здесь тоже какой-то хрен. Знать не знаю, кто такой. Ну, переключаем дальше. Ну, так как это самое, у меня антенна не на улице. Возможно, здесь, конечно, будет зависать все это дело. Вот так у меня. Выглядит, конечно, антенна моя. Вот все это дело. На кровати валяется у меня. Короче, как попало. И вот так это все дело работает со стороны. То есть, все мега экономно. И работает, как ни странно. Так что... До 2000 рублей. Довольно-таки экономичная тема. Повербанк, хрен знает. Повербанк, сколько я уже смотрю таким образом, ни разу мне, конечно, не разрядился пока что. Чтобы вот прям так вот... Прям действительно, чтобы заметно было быстро. Повербанк 30 миллиампер часов. То есть 3000 миллиампер часов. Ну и вот. Телевизор вполне смотреть можно, я так думаю. Ну, естественно, довольно-таки экономично. Конечно, с телефоном Mach 1, на который я сейчас снимаю, это, естественно, не сравнить. В нем лазеры, которые куда меньше потребляют. Они потребляют в милливаттах, естественно. А тут диод все-таки 10 ватт стоит. Как ни крути. Мобильные технологии, они, конечно, по-любому перепрыгивают такие вещи. Ну, всем пока. Кому понравилось, покупайте. Думаю, для нашего каравана самое то. А там целый мир.